Так, все, еще ловлю одного окуня и пойду по блесню. Потому что, ну, разнообразие должно быть все-таки. Потому что я уже окуней 30-40 поймал за последний где-то час. Парочку вот только взял, самых достойных. Вот он. Вот он. Ага. Небольшой. Ну, приятно, да-да. Приятно. Дай крючок. Твою ж дивизию. Все, давай. Клёт и клёт. Да, кстати, подскажите, что можно приготовить с окуня, что-нибудь, какое-нибудь хорошее блюдо. Ну, только не вялить там и тому подобное. Понятно, жарить это. Что-нибудь такое, что можно сделать. Быстро, дешево, но сердито. И чтобы было вкусно. Так, блин, обещал же последнего окуня. Ну все, это крайний заброс. По окуню. И пойдем. Вот они. Поклевки. Вот. Ах, блин. Промахнулся. Хороший удар был такой. Наверное, рыбку завернула. Да, судя по всему. Точно. Завернул рыбку. Блин, ну, все. Еще разок, потому что не хочется так уходить. Еще разок закину. Все-таки. И попробую выудить. Вот он сразу бьет. Еще грузило не упало, он бьет уже. Вот он. Да небольшой, небольшой. Уже понимаешь, какой бьет окунь. Вот бакпа! Вот это было круто, вот это было достойно. Завернул. Рыбку завернул. Да. Нифига себе удар был, может даже щучка была. Ну-ка, что там с рыбкой? Точно завернуто. Опа! Смотрите. Осталась чешуя. Офигеть. Нажали. Ну-ка. Должен быть трофейчик, блин, ну как же. Сегодня не было прям такого сумасшедшего окуня у меня. Прям супер-супер. Вот. Были хорошие за полкило. Но трофея не было. Опять бьет прям, даже не успел упасть. Вот он. Вот он, есть. Ох! Вот это... Нормально. 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 Да. Каким отдает аж? Красным отдает. Ну, кстати, кусаный, видите? Кто-то его бил. Офигеть. Так, все, ребят, заканчиваю баловаться с окунем. Пойду, поищу щучку, поблесню. Потому что щучка нужна на жареху. Как бы она есть, но хотелось бы еще.